Уважаемые любители моих книг про мозги, у меня очень много приходит вопросов, на некоторые из которых я вынужден ответить, поскольку это массовый интерес. Но один из этих вопросов, который меня бесконечно задают, это про то, что я ем, пью и как живу. Очень просто. Но очень много я пью чая и ем сыра. Это правда. И сыр люблю, конечно, хороший, как и чай. Но если говорить о чае, то чай я пью в основном двух видов. Как бы темный, это среднегорный, цейлонский, вот он здесь стоит. Это достаточно тривиальный чай. Главное, чтобы он был свежий, и класть побольше заварки. Это очень полезное дело, я вас уверяю. Также точно я люблю зеленый чай. И при этом самые простые, не затейливые, хотя, когда перепадает что-нибудь приятное на вкус, я, конечно, не отказываюсь. Вот в данном случае у меня зелененький чай, тигуанин. Вот. Но тоже здесь очень важна свежесть, качество обработки, сами понимаете. Фальшаком и лежалым чаем заполнены все магазины. А вот если говорить про сыр, то с таким чаем замечательным как раз сырок-то хорошо идет. Я не буду рассказывать сказок о том, как там надо заваривать чай. Специалистов полно. Зеленый коротко, черный можно и настоять. А вот сыры – это большая проблема в нашей стране, да и не только в нашей стране. Дело в том, что в Европе коммерческие сыры делают в основном из сухого молока. Что бы они там ни писали, ни говорили. Себестоимость такова, что они вынуждены это делать. А у нас многие производители делают из свежего молока. Отсюда и разница во вкусе, даже при общем происхождении заквасок. Я люблю разные сыры. Чаще, конечно, всего ем тверденький, потому что тверденький сыр, он, ну, сами понимаете, выдержанный, обладает ароматом. И даже больше 12 месяцев и крупочкой. Кроме этого, люблю всякие другие сыры. В том числе и в экзотических нарезках. Например, как с помощью этого станочка. Такие сыры производятся как за рубежом, так и у нас. Я не брезгую мягкими сырами. Особенно под хороший зеленый чай. В том числе и отечественным. Камамбером. Чудесным, который, в отличие от западных многих, течет при созревании внутри. Он становится очень нежным. То есть и чай, и сыр у меня очень незатейливые. Но для того, чтобы представить себе кое-что о производстве сыра и наших производителей, посмотрите небольшое интервью, которое я взял у настоящего специалиста, любителя и ценителя этого дела, который производит минимальными усилиями, то есть минимальным количеством людей, огромное количество и очень разнообразных сыров, которые я, кстати говоря, сейчас и ем. Посмотрите. Сергей, у меня к вам вопрос. С чего началось все это несчастье, которое кончилось таким счастьем? Я имею в виду сыр. Ну, до сыра надо дойти. Изначально был это побег из Москвы. Причем он был два раза. Вот. Второй он более успешный. То есть первый раз поймали? Первый раз убежал, можно так сказать. Не был не готов. Второй раз уже на постоянство. Но к сыру мы пришли, так как гостевое подворье Сергиева Заводь, это название нашей деревни, вот, которую на сегодняшний момент я строил где-то 24 года. Вот. А после 19 лет, благодаря супруге, возникла идея заняться сырами. В общем, виновник торжества – это моя супруга. И мы после 4,5 лет, вот с вами сейчас сидим, это вот все творчество, которое на сегодняшний момент, чему я пришел по сыроварению. Вот. И ваша оценка для меня, конечно, очень важна по этим сырам. Ну, наверное,
будем так говорить, я только последние полгода начал понимать технологию полностью сыроварения, да, и ту как бы микроскопичность, последовательность изготовления этих сыров, да, и что из чего вытекает и к чему приходит. Но это всегда надо прочувствовать руками. Потому что бесконечно учиться невозможно, нужно пробовать. Но и мы 4 года учились, собственно, руками. Потому что кроме того, что теорию надо знать. Ну да, и не одна тонна молока. Откуда теория-то была выяснена? То есть, учились? Ну, началось все, да. Это итальянский сыровар. Вот. После этого, конечно, большая заслуга – это школа сыроделия Олеси Шевчук, вот, которая, в принципе, на сегодняшний момент привозит разных профессионалов из Европы, тот же Пол Томас, вот, это та же микробиология, вот, это те же австрийцы, которые, допустим, поставили несколько сыров. Но, опять же, наверное, это практика. Ну, то, о чем мы говорим, учиться через руки, то есть да. Невербальный способ обучения, он единственный действенный. Я тоже все время слушателей призываю к тому, что если хотите чему-то научиться, возьмите и сделайте. Я даже здесь от отчаяния кричал буквально, что единственное, что от вас остается, это ваши материализованные мысли, а не те, которые вы подумали и забыли. Поэтому вы вот живое воплощение этой идеи. И смотрите, если я слышу благодарность в свой адрес, для меня это в какой-то мере страх. Страх соответствовать тому, что люди хвалят. И мне, естественно, хочется делать хорошие сыры, чтобы потом мне не тыкнули, что-то изменилось или, допустим... Вот я могу сказать, что вот я отслеживаю вашу деятельность уже 1.5 года. Как я познакомился случайно, проезжая мимо, по дороге по большой, увидел вывеску и заехал. И могу сказать, что у меня произвело неизгладимое впечатление первый же вкус, потому что я очень люблю сыр и не ленюсь его покупать, и даже не ленюсь зарабатывать деньги, потому что строить современные, особенно западные сыры, как самолет, вот. И для меня вкус очень привычен. Но когда ты пробуешь сыр и понимаешь, что он из свежего молока, а не из более технологичных продуктов, то тогда, конечно, ты начинаешь понимать. То есть с первой же пробы, то есть это, знаете, как хорошая зависимость. То есть один раз попробовав, дальше ты уже не можешь оторваться. Ну, у нас же ведь проблема-то в чем? Что у нас действительно зависимость есть. А скажите, пожалуйста, с чего началось? Вот первый сыр, который вы сделали. Ой, это кочета, как обычно, халуми, рикотта. Это мягкие сыры, да, это мягкие сыры, да. Причем это было в кастрюльках, и первые полгода это дома. Вот, и кухня пропахла этой сывороткой, потому что как ты не пытайся, все равно что-то капает, льется. Вот, но потом идея вот сыроварни. Ну, сыроварня, допустим, строилась постепенно. И вот даже я в этом году еще одну камеру запустил, потому что на твердые... Для созревания. То у меня их 5 камер. Угу. И причем я горжусь, что у меня они... Это погреба. То есть это не верхний этаж, а это минус один этаж. То есть это... А в чем дело? Там, там температурный режим, влажность. Вот, намного более... Ну, экономичней, то есть сначала это затратно, потом это экономичнее, да. Вот. Ну и вкус, конечно, совершенно другой у сыра. Но за сыром надо ухаживать, его надо любить. Так нет, это живой организм, это вполне понятно. А сколько сыров вот на сегодняшний день вы делаете видов? Ну, больше 20. Больше от самых мягких до самых твердых? Да. И какие самые продолжительные выдержки вам удается сделать? Ну вот пока 12 месяцев. Больше я не пытался. Почему-то ваш 12-месячный как-то сильно превосходит более старые европейские сыры. В чем секрет? Ну, это, наверное, атмосфера Сергея Заводи. Как они здесь стареют? То есть время, что ли, идет быстрее? Нет, нет. Не могу объяснить.
Не могу. Потому что, ну, вот по твердости, ну, я, слава богу, много очень сыров пробовал, и могу сказать, что по твердости это сыр... Ну, это не совсем твердый тот чеддер, который вы пробовали и взяли для домочадцев, это тот 12 месяцев. Да, ну, сыры очень вкусные, но очень хорошие. А скажите, пожалуйста, вы сами все делаете или нет? Ну, есть у меня два помощника, но по варке сыров я занимаюсь. Такие сыры, как вот скоморцы, там, бельпиркноли, там, халуми, это у меня помощники, в принципе, сейчас отточили эти навыки, но, опять же, на моих глазах. А вот микробиологическая культура, она... Как удается? Как удается ее поддерживать или? Нет, дело в том, что все штампы и закваски это все-таки Европа, будем так говорить. То есть есть производители специальные, да, которые поставляют на Москву, да. На Москву, то есть есть такое дело. Да. Потому что это очень сложная микробиологическая кухня. Ну, когда как. Я уважаю очень Олегу Сироту, нашего знаменитого сыровара, как он сказал, что сыр варить несложно. Главное поддерживать чистоту и порядок, и гигиену. Вот. Я с ним, конечно, вот с этим соглашусь. А по поводу всех заквасок и штампов, вот, то, в принципе, уже они в голове, вот, ну, никуда не выкинешь. Просто понимаешь, что для чего нужно. Понятно. Но все равно в поиске, все равно в поиске, в поиске, в поиске. Недаром столько сортов у сыроделов, что каждый хочет свои авторские сыры. У меня вот есть два авторских сыра. Вот, это Александровская Слобода и Сергиев Заводь. Ну, они сам больше всего и привлекают. Видно, что это любимые дитя. Они по вкусу необычайно хороши. И это можно только рекомендовать всем доехать до вас и попробовать. Но у вас же есть и доставка, как я понимаю. То есть вы даже возите что-то. У нас геолокация, в принципе, есть по доставке. Мы ограничены Ленинградкой и Горьковским направлением. А, понятно. Так что лучше все-таки приехать и насладиться прямо на месте. Да, и погулять по территории, ознакомиться с нашим миром. Целые деревни все-таки, это не пустое место. Это серьезная старая русская деревня, сделанная в стиле того, в котором можно сейчас фильмы снимать, там про 19 век. Ну, слегка 24 года, конечно, да, это срок тоже. Нет, это Мосфильм может арендовать, тем более при любви. В базе я стою. А, в базе стоит. Ну, очень похоже то, что можно делать. Но хочу пожелать вам удачи и хороших сыров на будущем. А гражданам, которые смотрят этот ролик, оторвать хрустальную и доехать до святого места. Потому что Сергиева Заводь – это место, где водятся настоящие сыры. Если не верите, возьмите кусочек европейского и здесь его сравните с тем, что делается здесь. Получите райское наслаждение. Ну, вы меня захвалили, спасибо. Нет, конечно, это на самом деле так. Итак, уважаемые господа, вы посмотрели интервью с одним из производителей очень интересных и качественных сыров. Сама Сергиева Заводь располагается на дороге между Александровым и Кольчугино. Найти ее несложно. Вывеска там большая висит. Поэтому советую приобщиться к этим сырам, потому что мой сравнительный анализ показал, что они обладают более самостоятельным вкусом и более яркими ароматами, чем их аналоги из Европы, которые делают, собственно говоря, из тех же заквасок. Так что удовольствия вам и приятного времяпрепровождения как по дороге на эту сыроварню, так и потом, когда вы будете есть эти вкуснейшие сыры. До свидания.